Новая система платежей на блокчейне для автомобильной промышленности. Как сообщает CoinDesk, разработчиками новой системы платежей выступают корпорация IBM, инвестиционный банк UBS и концерн ZF Friedrichshafen. Цифровой помощник Car eWallet, по словам разработчиков, будет совершать автоматические платежи и выступит цифровым оператором для транспортного средства. Автомобиль сможет сам заправляться и оплачивать парковку без участия водителя. Для обработки финансовых транзакций, считают разработчики Car eWallet, больше не нужны сторонние поставщики услуг и централизованные вычисления. Благодаря децентрализованности системы блокчейн, данные, записанные на ней, будут неизменны и надежны.